После трагических событий, взрывов бытового газа в Магнитогорске и шахтах во многих городах страны начались проверки газового оборудования. Грядут они и в Сочи. Сегодня на планерном совещании мэр Анатолий Пахомов поставил задачу создать специальные комиссии, которые обойдут каждый газифицированный дом, частный и многоквартирный. Безответственно бросать на самотек мы просто не имеем права. Вот провели там по электричеству, значит, слава богу, но мы взяли все социально незащищенные слои населения, которые наиболее подвержены. Ну, вроде там выявили что-то, где-то подремонтировали. Сейчас я говорю, вот раз так случается один, другой случай, значит, надо и нам усилить работу по газовому хозяйству. Сами сочинцы тоже не должны оставаться в стороне. Жителям настоятельно рекомендуют открывать двери и впускать в дом специалистов для проверки плит и котлов. Ведь только профилактика поможет избежать повторения трагического сценария Магнитогорска и шахт, где погибли люди. Ну а для того, чтобы все службы знали, как действовать в случае взрыва газа, в Сочи уже на этой неделе пройдут специальные учения. Во всех районах администрация совместно с вашими представителями и совместно с прокуратурой, с Госпожнадзором должны быть составлены графики посещения и обследований. Прошу вас активизироваться и вот то, что я изложил, воплотить в жизнь. Тогда мы все будем вместе жить спокойно. Особое внимание нужно уделить и пожарной безопасности, акцентирует внимание мэр. 17 и 18 января, согласно сводкам синоптиков, в предгорной части и на побережье вновь ожидается похолодание. А это значит, что сочинцы включат электроприборы для обогрева, что также может привести к пожару. Готовы к холодам должны быть не только огнеборцы, а все службы – энергетики, дорожники, водоканалы и другие. Теплосети должны быть готовы. Бригады дежурные, это раз. Второе, вы сейчас должны свои тонкие места, вы их знаете, надо их посмотреть, сделать. Кубанинерго уже с сегодняшнего дня надо переводить в режим повышенной готовности, дежурства. Зашла речь на совещании и о предстоящем праздновании крещения. В Сочи для крещенских купаний организовано 10 оборудованных мест. Только там будут дежурить медики и спасатели. В других водоемах совершать православный обряд небезопасно, подчеркнули на совещании. Это риск не только для здоровья, но и для жизни. Ведь окунание в холодную воду – это удар для неподготовленного организма. Поэтому, чтобы праздник не обернулся бедой, сочинцам напоминают, что руководствоваться нужно здравым смыслом. Поэтому желающих поддержать крещенскую традицию приглашают в специально оборудованные места. Инга Габешия, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.